Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления желтой чечевицы на сковороде. Такое блюдо прекрасно подойдет на обед, ужин, оно сытное, полезное и очень вкусное. Приступим к его приготовлению. Такое блюдо отлично будет смотреться как самостоятельно, так и в качестве гарнира к мясу. Обязательно попробуйте приготовить это блюдо дома. Чечевица сама по себе является очень сытным продуктом, помимо этого, она очень полезна. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Начинаем готовку с того, что промываем желтую чечевицу под водой, затем помещаем ее в кастрюлю с кипящей водой, варим чечевицу на слабом огне под крышкой на протяжении 15-20 минут. Очищаем лук и морковь, натираем вторую на крупной терке, лук мелко рубим ножом, на раскаленной сковороде подогреваем небольшое количество оливкового масла и начинаем обжаривать овощи до мягкости, добавляем специи и хорошенько перемешиваем. Овощи должны полностью размягчиться. Добавляем чечевицу к овощам, тщательно все перемешиваем. По желанию добавляем чеснок и тушим все под крышкой на протяжении 15-20 минут. Блюдо готово. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Чечевица 250 грамм, лук 2 штуки, морковь 1 штука, чеснок 1 зубчик, томатная паста 1 чайная ложка, соль, перец, паприка по вкусу, оливковое масло 3 столовые ложки, количество порций 3-4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Всем пока!